Друзья, впереди нас ждет череда праздников, и на каждый праздник мы любим дарить подарки, мы любим получать подарки. Но я вам предлагаю делать подарки необыкновенные, удивительные и волшебные. Это амулеты, талисманы, обереги для своих родных и близких. Необыкновенные подарки своими руками. Так называется мой вебинар, где я вам расскажу, как сделать амулет, как сделать талисман и как сделать оберег, и какой материал для этого подобрать. Это не обязательно дорогие бусы, либо какие-то дорогие кольца. Это могут быть совершенно из обыкновенных материалов необыкновенные талисманы.